Так, вот, поймали овцу, она у нас сама облезла, слепень наш. И вот такие вот ногти у ней после зимы. Сейчас Миша подержит, а я покажу, как я их обрезаю. Ну, пришли и мелочь. Смотрит он. Да, Катька? Сейчас. Выровнялась вроде до весны слепень. Ну, на, держи, снимай. А чем ты будешь одной картой обстригать? Пальцем. Снимай, блядь, куда ты смотришь-то, ну? Завис уже, блядь. Так. Видно, нет? Да. Ну, это ей не стригли. Ей не больно. Я восковато срезал. Ну. Миш, ты снимай. Ты снимай. Блядь. Ай, блин. Как нахуй руки все свои попорчу. Ей не стригли, ей 2 года ни разу не стригли. Вот она, причем она слеповатая, из-за этого и так и нервничает. Не дает подстричь. Ну вот смотрю примерно вот так. Вижу, что где начинается, и чуть выше срезаю. А потом уже начинаю вот здесь вычищать вот так и подравнивать. Вот подушки вижу. Назад. Задние подушки. Ну, вот так вот. Расчищаю. Более-менее нормально. Катька, а? Так. Второе. Вот так у нас. Он зароще все. Опять смотрю. Чуть повыше. Вот так срезаю. Потом расчищаю подушку саму, где набивается наружную и внутреннюю. Сейчас, сейчас, слепень. Можно вторую подчистить. Опять смотрю так, чуть выше. Обрезаю. Расчищаю до подушек. И уже вижу, докуда торчит. Катька. Слепень. И вот вижу уже снутри, докуда она идет, вот этот ноготь у нее. Вот, видно? Сколько ногти еще можно срезать. Вот. Практически хороший. Вот. Двое. Вот это все готово. Теперь слепень мой, слепень. Чего ты боишься? Передние тоже будешь? Да, сейчас передние тоже попробую. Слепень, слепень. Слепень. Стой. Стой, мой золото. Сейчас передние. Поправим. И все. Тихо, слепится. Чуть-чуть-чуть. Она слепая. Полуслепая. Где-то 50%. Вот так выглядит. То есть я смотрю, уже вижу где-то примерно вот так вот. И уже залезаю ножницами вовнутрь и срезаю наружный роговой рог. Вот этот. Ноготь, ну, а вот снутри вот так вот поправляю. Расчищаю
подушку, вот эту вот, и поправляю. Еще раз ноготь до подушки. Вот разницу видно, насколько ноготь. Вот он, это весь грязный, забитый. И вот еще раз смотрю по пальцу. Бывает вот такие толстые, и ни хрена не обрезать. Ну, ножницы великолепные. Отойди нахрен! Свет закрывает. Посмотреть ему, он не видел ногти нахуй. Сейчас и ему обрежем яйца. Ну вот, видно, насколько. Еще чуть-чуть. Теперь ей ходить будет намного удобнее. Блин. Да чего у меня умные работники? Аж самому приятно. Вот. Смотрим. Лишь бы свет был бы и видео. Ну, получилось бы. Так, снимаем. Вот смотрю снова, как примерно можно снять. Вот срезал. Вот. Чищу внутрь. Вот наружный. Обрезаю. И вот смотрю по подушке. Вот эта подушка. Вот наружный ноготь. Вот я его подвинул. Теперь внутренний. Раз. Подушку. Маленько поправил. Ну и в принципе нормально. Надо посмотреть. Теперь эту смотрю. Вот так обрезаю. И вот внутрянку чищу. И наружный обрезаю до подушек задних. Так, еще раз чистим. Внутренний поправили. Наружный. Сейчас, сейчас. Сейчас мое золото. Ну вот и все, в принципе. Слепень у нас готов. Да, слепень? Ты у нас готов? Мелочь. Пшт. Катька. Слепень. Все, не бойся. Слепень. На, на, слепень. Выправилась она. Он в этот. Бока поправились. Один. Один игенок у нее или два? Два, по-моему. Катька, на. Катька. Катька, еще надо постричь ногти. Мелкая. Сейчас, Катя. Пока большие отшугиваются, а? Катька решила сушек поесть. Да, Катя? Мелочь тоже. Чего, чего, чего? Катька. Так, сейчас попробуем у Кати. Но я думаю, что будет очень тяжело. Может даже ножовкой обрезать по металлу. Но почему я так говорю? Сейчас Катю не буду показывать, как буду Катя стричь. А просто покажу, какие ногти могут вырастать. Вот Кате переднюю ногу ей, блин, не трогали 2 года. Ну, сейчас посмотрим. На, держи. Катя, иди, я тебя завалю маленько. Давай. Катя. Катя. Вот, видно? Вот такие ногти у Кати 2 года. Их очень трудно будет. Они наби. Она этой ногой не ходит. Сейчас, Катя. Они набились внутри. И очень тяжело будет их обрезать. И ей может даже больно быть.
Ладно, будем этот пилку брать и срежем. Сейчас вот это попробуем поправить. Вот так примерно. Сейчас, Катя. Чуть-чуть. Ей уже стригли хоть вообще раз? Конечно, стригли. Это процедура. Сейчас, Катя, что-то вроде не зацепил. Все ровненько. Нормально, Катя. Угу. Чего кричишь? Кать, ну чего ты? Катька. Угу. Давай зад. Сейчас, Кать, сейчас. 2 минутки осталось. Хоп-хоп, Катя. Вот грязь. Там уже видно подушки, блядь. Ты зависаешь, Миш, да? Нет. Угу. Блядь. Чё? Чё, себя постриг, чё? Палец? Конечно. Ты подальше маленько, чего ты, блин, одни ногти снимаешь-то? Катя! Тут все, блядь, уйдет. Ногти во весь экран, нахуй. Ты все, Катя, а ты боялась. Ты чего ты, блин? Нервная. На, Кать, встаешь? Ну, покажи, как ты нас встаешь. Одна нога осталась. Отпиливать надо. Ладно, все. Кормежка. Стоишь, заешь. Да. Пошли. Возьми. Сушки забери. Не хочешь? Руки воняют у тебя, вот она и не ест. Все. Так, ну все, вроде. Все, ладно.